Вот они, красавцы. Было 5, осталось 2. С одного лапшу сварили. 2 закопали. Какая-то болячка напала на них. Скоро уже пойдете в лапшу. Ох, какой. Интересно, у них мозги соображают. У страуса меньше всех мозги. У них как грецкий орех. И голова маленькая. Эти, наверное, поумнее немного будут. Да хотя. Такие же, наверное, бестолковые. Судьба твоя предрешена. Одного учесть уже пришла. Сейчас будем обдирать. Посмотрим, сколько мяса получилось. Вот, друзья, такие 2 тушки получилось. Сейчас разберем их. Взвесим, сколько по весу. Так-то размер приличный. В одном 8 килограмм. В другом 6800. Вот такой результат. Стоит держать или нет? Конечно, стоит.